Так, ребята, и мы сегодня будем открывать вот такие вот сюрпризы. О! С чего начнем? Я хочу с чемодана. Начнем с чемоданчика? Да. Открываем чемоданчик. Получился просто чемоданчик. Покрути его, покажи. Это, конечно, не оригинал, но очень интересно. Один пакетик, второй пакетик и лупа. Лупа. Здесь. Подсказка. О, это королева пчел. Королева пчел? Да. Интересно, попалась ли нам королева пчел? А водичку туда можно налить? Да. Покажи. Покажи. Нет, дырочка есть там? Да. Такая большая прямо дырочка. Да. Такие. И гребешочек расчесывать. Но гребешочек мне нравится. Очень симпатичный. Да. Там есть обувь. Туфельки. И второй. Красненькие туфельки. И... Вот это ты быстро открыла все. Куколка с волосиками. С волосиком нравится больше. Да. Одежда. Костюмчик. Чемоданчик, конечно, классный. Да. Совершенно обычная. Хорошо, давай будем открывать другой сюрприз. Может, там интереснее, что это тоже не оригинал. Ну, мы сейчас посмотрим. Такая вот коробочка. Давай, открывай. Так, тут даже не открывай. Розовая капсула. Ну, покажи, какая капсула розовая. В ней много-много всяких сюрпризов. Здесь открывается что-то тоже. Тоже сюрприз. Ну, так вроде бы интересная, да, Дрин? Да. Очень интересная капсула. Давай посмотрим, что там дальше будет. Я вот тут открывать. Начать. Давай, начиная с этого сюрприза. Это даже поинтереснее. Тут она будет светиться. Такая же подсказка и кулечек. Будешь открывать так? О, такая же бутылочка. Что это все одинаково? Может, и куколка там тоже такая же? Зелененький гребешочек. Тут одна дверка открыта. Посыпай все сюрпризы. Все. Вау! И вкладыш какой-то. И лупа. Ну, покажи вкладыш. Вкладыш, красиво. Покажи нам сначала капсулу, как она светится, что там у нее есть. Сейчас кнопочка какая-то. Вот. Она светится. Душевая кабинка с ручкой. Да. Есть еще. Шляпку ты не показала. А, шляпка. Попалась вот такая шляпа. Ноль. И за хвостика нет, да? Покажи ее. Мордашу. Смотрите как. Это как ванная. Да, а то душевая кабинка. Да. Вот, я расчесала ей кудряшки, она даже стала очень симпатичная. Очень славненькая. Теперь я пойду в домик. Дин-дин-дин. Душик. Открываем еще одну капсулу. Да. И сразу выпала. Вау, подсказка. Что в подсказке? Козочка. А что, через лупу надо смотреть на подсказку? Да. Ну, просто там уже видишь.
Лупа не нужна. Сейчас я возьму лук. Так, лупа. Так, проверю, здесь должно быть здесь корона. Корона. Подожди. Так, корона и бриллиант. Ты взяла корону и бриллиант, покажи. Вот здесь. А, вот здесь вот из подсказки, здесь да. Есть корона и бриллиант. И мне попалась одежда. И сразу одежда. Кажется. Вау, это что? Это какой костюм? Какой красивый, блестящий костюм. Это костюм такой красивый. Перламутровый. Ниже покажи. Такой перламутровый костюмчик. Огонь и снежинка. Огонь и снежинка. Пробуем. Попробую. Листик и чертенок. Листик. Бутылочка. Показывай бутылочку. Такая красивая розовая бутылочка. Да? Да. Мягенькая, хорошая. И осталась и сама кукла. Теперь попробуй тучка. Надо искать тучку. Так откроешь этот сюрприз, целый квест. Так вот тучка и солнышко. Тучка, солнышко. Бриллиант. О, вот солнышко. Вот вкладыш. И тут опять... Второй раз? Да. В общем, ты там еще будешь разгадывать. Она и светится, наверное. Она светится, ну, да, она светится. Включай. У тебя сегодня две капсулы светятся. Ой, надо опять это... Опять кот? Да. Такая куколка в розовом. Мумия попалась. Корона. Корона и что? Бриллиант. Чтобы ее открыть, надо куча-куча всяких... Ну, стой. Дай посмотреть еще. Подобрать куда. Ой. Снялась голова. Это есть. И тело тоже есть. Такая блондинка. С хвостиками. Да. А где сейчас? Ее одежда? Комбинезон. Все-таки она играет, да? А как это снимать? А теперь как выключить, ты не знаешь? Да, теперь без понятия. Ну, давай разбирайся. А что ты такая? Так, туго открывается. О! Беленький такой ободочек. У нас уже такой был, да? Да. У куколки. Такая красивая куколка. А, ей просто не открыли. Вы просто не заметили. Там столько сюрпризов, что просто думали, что наша кукла без уже будет без туфелек. Да. Розовенькие. Вот такие вот. Сейчас мы постараемся их показать. Сейчас я их одену. Вот. Костюмчик, по-моему, туфельки. Куколка с сосочкой. Маленькая девочка. Вот такие куколки открыли мы сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. И ставьте лайки.